Запорожский союз художников продолжает арт-проект «Новая генерация». Накануне открылась уже вторая экспозиция с таким названием. Видели работы молодых авторов и наши журналисты. Эту экспозицию, как и первую, объединяет 5 персональных мини-выставок молодых художников. Для каждой свой отсек в зале. Зайдя в любой из них, можно окунуться в мироощущение художника. Все они разные. Гаэне Арушанян получала образование по специальности экономическая кибернетика. Эти не связанные с творчеством знания девушка смогла применить в искусстве. Темы некоторых ее работ совершенно загадочны для тех, у кого нет математических познаний. Например, вот эта работа, да, про фрактальность, про изомерность. Изначально я думала вообще другой, изначально, скажем так, экспериментировала с живописью совсем на другой тематикой, потом в один момент все перевернулось, я, в общем, взяла и вообще начала другое рисовать, и получилось именно то, что я хотела. Другая участница выставки Ирина Путноки очень любит природу. Цветочные узоры на платье, в руках подаренные хризантемы и много цветов на картинах. Ее мини-выставка в стиле импрессионизма и реализма наполнена любовью к окружающему миру. Если зритель увидит в моих работах праздник солнца, воздуха и света, если он почувствует жизнеутверждающую силу, значит, я с поставленной задачей справилась. Помимо картин, в выставочном зале находятся две мистические инсталляции с аутентичными украинскими сорочками. Это своеобразная изюминка арт-проекта. Оскільки ця виставка, ми її відкриваємо в святковий день свято Першого Спаса і присвячуємо цю виставку Дню Незалежності України. Эта выставка продлится месяц, а сам проект «Новая генерация» временными рамками не ограничен. Как рассказала Ирина Гресик, Союз художников и дальше планирует сотрудничать с молодыми авторами.